Староскольская центральная библиотека имени Пушкина приняла необычных гостей из далекой Сибири. Авторские тряпичные куклы народного томского мастера Светланы Липовка заняли самые почетные места в краеведческом зале библиотеки. Экспонаты преодолели долгий путь из Томска в Старый Оскол, чтобы рассказать о жизни сибирского народа и поближе познакомить староскольцев с творчеством мастера. Творчество Светланы очень многогранно, очень многослойно. И кукле она, как художник, пришла не сразу. То есть изначально это было, конечно, серьезное художественное образование. В дальнейшем, вот как-то неожиданно, она попала в фольклорную среду. Она, как художник, работает очень смело с материалом, используя разные техники. И образы получаются очень яркие, неповторимые и интересные. На выставке представлены не только самые популярные работы Светланы, но и экспонаты, собранные во время фольклорной экспедиции по деревням и селам Томской области. С витрин на нас смотрят барыни в цветастых платьях, щеголеватые городские юноши, детвора, которая только отправилась на колядки. Все эти куклы олицетворяют традиции и уклады Западной Сибири. Я смотрю заинтересованно. Мне просто удивительно приятно видеть эти работы на Старом Осколе. Это как действительно частичка какая-то Сибири, которая не холодная, а которая согревает, которая радует, которая удивляет. Техника пошива куклы разная, и подход к выбору наряда у мастера свой. Вся ткань, что используется в работах, окрашена вручную. Это придает изделиям свой неповторимый стиль. Светлана проводит регулярные мастер-классы в социальных сетях, и многие из пришедших уже заочно знакомы с ее творчеством, поэтому с удовольствием посетили открытие выставки. Эта выставка Светланы Липовки, значит, тоже для меня она как бы не новая явилась, потому что я слежу за ее творчеством. Она очень интересный мастер, очень много работ у нее вот, на ее страничках в соцсетях. И когда Лена позвонила и сказала, что вот выставка будет, я, конечно, с удовольствием приняла приглашение и была очень удивлена и много нового узнала. Пропитаться сибирским духом, познакомиться с традициями и приобрести народную тряпичную куклу можно будет в Центральной библиотеке имени Пушкина. Выставка продлится до 27 августа.